Знакомьтесь, это Ваня, Дима, Саша, Максим, Саша, Ира, Ульяна, Маша. Мы очень разные. Ну, или не совсем. Но нас всех объединяет любовь к нашей родине, ее культуре и истории. На занятиях кружка на шишатке мы ближе познакомились с нашей страной. Знакомились с народным бытом белорусов. Изучали народные песни, танцы, сказки. А также сами попробуй их написать и разыграть. Посещали музеи и даже сами проводили экскурсии. А еще нам очень повезло родиться в таком прекрасном месте, как наш агрогородок Дывин. У нас много достопримечательностей, и мы хотели бы, чтобы вы тоже насладились красотой этих мест. Yeah.